вопрос на тему джума намаза в городе Махачкала. Вопрос, если он говорит нету, где молиться другой дело. Там вопрос следующий идет, там есть мурджийский мечеть или другой мечеть. Мы разъяснили, если человек является мусульманами, хотя и он бидатчик, за ним можно молиться, если другого мечета Ахлюсунны нет. Еще они сомнительные, говорят, они мурджииты, не мурджииты, они даже не уточняя спрашивают вопрос. Таким пришел мечеть, тем более ты знаешь, что это Ахлюсунны мечеть, сейчас ты сомневаешься, этот, он мурджиит, не мурджиит. Таким не надо ковыряться и речать. Приходи молиться, уходи, брат. Аллаху алям.